Тест «Закончи фразу». Счастливые часов не потеряют. Потеряют, по факту, блядь. Хуй там, не наблюдают. Неправильно. Попробуй еще раз. Неправильно. Неправильно. Попробуй еще раз. Давай, ебал! Рожденный ползать, летать не... Летать не... А, еще написать надо, нихуя себе. Не умеет. Умеет. Хуй знает. Неправильно. Неправильно. Неправильно, блядь. Даже путь в тысячу ли начинается с первого... Крика. Умный любит учиться, а дурак дрочить. Бочку гадить. Неправильно, блядь. Да это Чехов неправильно написал. Сука, нажмись, блядь. Нажмись. Давай, и будет. Неправильно. Неправильно, ты вынудила меня, тварь. Истина рождается в неистине. Да нет, там в споре. Не-не-не, споре, это по-английски пиши. Споре. Во. Отлично, сойдет. Идеально. Неправильно, блядь. Ну вы ж так и написали. Что должно стоять в начале предложения? Документы горят, рукописи горят, деревья горят. Кто-то наебать хочет. Жестко причем наебать хочет. Они из тебя, блядь, дурака хотят сделать. Ну давай вот это ставь, писи не горят. Писи. Писи? Писи не горят. Писи не горят. Че, писи не горят, правильно. Так писалась мастера Маргарита. Смелость города сжигает. Смелость города. Смелость города берет. Смелость Лет? Города берет. Правильно, да. Смелость города берет. Да. Я же говорю правильно. Я только сейчас понял. Смелость города берет. Смелость города берет. О, хорош, хорош, хорош. Считаем результаты. Что нужно повторить? Правильно, 3 из 10. A few moments later. Неправильно. Попробуй еще раз. Да это ебаная подстава какая-то, блядь. Сука, блядь, опять придется и нажимать. Неправильно. Ты мразь, ты подставляешь меня. Еще раз. Сыграем в тест на дурака. Вы купите товар. Не куплю, денег нет. Через интернет. Не куплю, интернета нет. Даже если там нет отзывов. Не куплю, даже если есть покупателей. Не куплю. Или нет гарантий. Не куплю, даже если есть гарантии. Нихуя не понял, но очень интересно, не согласен. Если цыганка попросит позолотить ручку, то вы... Позолочу я ебало нахуй. Крестом православным раз 10 в лоб. Если цыганка попросит позолотить ручку, то вы... Позолочу, это же так интересно. Пройду мимо быстрым шагом и не оглядываясь. Позолочу я ебало крестом православным раз 10. Бывает. Бывает, даже неинтересно дальше что-то читать. В России две беды, дураки и дороги. Кто сказал? Кто сказал? Никто не говорил, мы это прочитали. Дед покойничек. Дураки и дороги, кто сказал? Бля, ну у меня дед так говорил, пока не помер. Кто сказал? Пушкин? Кто сказал? Дед покойничек. А вы его знаете? Конечно.
Бедный Анжело. А вы опускаете шутки там, где это неуместно? А, опускаете? Я опустил. Шутка, ты говно, мразь, сдохни. Говняная шутка. Иди очко лежи, нахуй, шутка ебаная. Нет. 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 С какой вероятностью по шкале от 1 до 10 вы вступите в спор, даже если... Бля, с какой вероятностью по шкале от 1 до 10 вы вступите... Бля, нет, жестко. Тоже жестко, блядь. Куда? Куда я могу вступить, Влад? В ЛГБТ-сообщество. Вот так, спасибо, блядь. Сука. С какой вероятностью по шкале от 1 до 10 вы вступите в региональное ЛГБТ, даже если вас не касается? Обязательно вступлю. Даже если это меня касается, не касается, позвонили входит моей бабушке. Входит и выходит. Входит и выходит. Если Игорь опоздал, похуй. И вообще, это моя личная жизнь, и вас это ебать не должно. Считаем ваши результаты. И вы дурак. Ты что, дурак, блядь? Так, тебе нужно приготовить что-нибудь постненькое. Простенькое. Постенькое. Простенькое на обед. Приготовить что-нибудь. Что в меню? Третий квадратик. Блядь, какой нахуй квадратик? Ты видишь здесь квадратик? Ну, прямоугольник. Ты видишь прямоугольники? Да, белые прямоугольники. А ты не видишь? Нет, у меня тупо белый лист. Нет, я вижу три белых прямоугольника. Тебе на мониторе надо что-то подкрутить. Вот здесь мне надо? Да. Я, блядь, и так, и сяк уже. Нету у меня нихуя. Нет, я четко вижу три... Бля, а там ничего нету? Я прям скину. Ну давай. Там ничего нет? Просто не белое? Нет, там ничего нет. Сейчас я тебе скину. У меня прям белый лист, нахуй. У меня даже никаких тут прямоугольников нету. Вот колдун ебаный, а! Используешь ли ты жесты, когда разговариваешь? О, да, всегда могу случайно ударить кого-нибудь. Нет, я само спокойствие. Бывает, если очень эмоционально что-то рассказываю. Неправильно ты вопрос читаешь, дядя Федор. Используешь ли ты жесты, когда дрочишь? О, да, всегда боюсь случайно ударить кого-нибудь. Да. Давай вспомним детство. Как часто вас били родители? Сука ты. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Давай вспомним детство. Как часто вас били родители? Традиционно каждое воскресенье, где-то посередине между, редко никогда. По праздникам всегда устраивали такие ужины. О, бля, твоя фамилия заканчивается на... Твоя фамилия заканчивается? Нет. Она продолжается бесконечно. Она как число пи, нахуй. Какой ты итальянец получается, да? Сейчас, вы гей. Любви к Италии не найдено. Оу, шит, мадафака. Случайно? Нет. Специально? Да. Насколько пошлые у тебя мыслишки? Мать. Насколько пошла у тебя мать? Ты хочешь, чтобы... Насколько пошла у тебя мать? Думаешь, да? Когда не было интернета, только в твоей семье знали, что ты долбоёб. Теперь об этом знают все. О, сколько пошлых анекдотов вы знаете? И 7. Выберите число. Где, блядь? У меня белый лист, нахуй. Так, управляй. Вот этот хочу. Вот этот третий. Число, блядь. Что увидели на картинке первом? Нихуя, в принципе. А что, блядь? Носы.
А что вы видели в первую очередь здесь? Где, блядь, сука, я уже закрыл, придурок ты ебаный. Голую женщину. Стали бы вы рассказывать пошлый анекдот на работе? Естественно, в первую очередь с этого бы знакомство начал с новым коллективом. Где продать мать? Не делайте вид, что вы меня не слышали. Сказочный долбоеб. Что здесь вам бросается в глаза? Голая женщина. Сколько людей вы здесь видите? Блять, 5. Нет у меня людей здесь. Как вы предпочитаете проводить свободные вечера? Блять. С фотографиями проблема, а так заебись. Ваши мысли совсем не грязные. Отлично, здорово.